Доброго времени суток, вы на канале Nixon Play. Спасибо людям, которые поддерживают меня на Boosty. А для новых подписчиков и зрителей хочу в первую очередь представиться. Кому это не интересно, можете проматывать видео, тайм-коды есть. Для тех, кто остался, меня зовут Никита, и я пришел с проекта Stay Out. Можете ознакомиться с моим предыдущим видео на моем канале. Это мое первое видео, поэтому ваши комментарии и пожелания будут учтены. Также буду рад увидеть в них идеи для контента. Спасибо, что выслушали. А теперь то, ради чего мы тут собрались. Подпишись, пожалуйста, на канал, ведь это совсем не сложно. Фармить в игре можно разными способами, и этот не исключение. Но для этого нам потребуется второй уровень у миротворца, второй уровень верстака в убежище и пройденный квест «Путевка в санаторий часть 2». В общем-то, ничего сложного. Покупаем у миротворца две гранаты М67 по $77 и одну дымовую гранату М18 за $34. Все вместе выходит на $188. В рублях это 23 876 рублей. И на верстаке в убежище крафтим оружейный порох «Орел». Для крафта потребуется еще и отвертка. Купить ее или найти не составит труда. Предмет нередкий, использование многоразовое. По итогу порох крафтится 1 час 37 минут и получается 2 банки. Одна банка на барахолке стоит от 45 тысяч. Затраты на крафт 23 876 рублей. Выгода 66 124 рубля. Но порох можно и не продавать. А к примеру, докупать еще и оружейный порох Коршун или искать его в рейдах и крафтить патроны БП калибра 7,62, что очень актуально в патче 0.13. Я, к примеру, делаю так. Когда я играю, я крафчу порох, так как он крафтится быстро. А когда выхожу из игры, то на ночь ставлю крафтиться патроны БП, а лишний порох Орел продаю. На связи был Никсон. Спасибо, что смотрел видео до конца. Обязательно подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и напиши комментарий. Впереди тебя ждет очень много интересного.